Моя любимая тема сегодняшней видеолекции – шизотипическое расстройство личности. Вот прям аж стрёмно разбирать ее. Это, ну, на мой взгляд, демон во плоти. Знаешь, хитрая, умная, расчетливая, волевая. То есть очень много сильных таких качеств. Против нее выйти, это мне прилетит по любасу. Вот я не знаю, кто ее зритель, кто она сама такая, но, ну, понятно, что психолог. Ну вот сам посмотри на ее внешний вид. Она же, бля, вот как это говорится, такая как сокол с неба валит прямо сейчас, цепится в горло, да, и пипец будет. Мы с вами разбираем тот фильм, который вы мне порекомендовали. Порекомендовали. Я вот это обратил внимание. Это я разбираюсь, все нормально, будем говорить, все нормально. Порекомендовали ей похуй вообще на рекомендации людей. Ну, она использует их наверняка, но ей рекомендация, и вот этот вот жест, это как будто бы, знаешь, тля, вы чё, блядь, здесь мне рекомендуете? Ну хорошо, снизошла с небес, и сейчас я вам расскажу.